Ну что, ребята, настало время нам стать бандитами. Только сейчас мы будем грабить не банк, а грабить магазины. Что еще лучше, да? Потому что у нас наконец-то появилась эта возможность. Давайте мы с вами будем начинать. Для начала, как вы уже поняли, нам нужно с вами переодеться. Так, давайте мы сейчас переоденемся. Только мне нужно спрятаться, потому что могут подключиться мои подписчики. Так, давайте к ней на территорию зайдем. Ну, отлично. И тут спокойно мы сейчас переоденемся. Не думаю, что это будет какая-то проблема. Я сказал, магазины мы будем грабить. Нет, ребята, магазины мы будем грабить с вами в следующем видео. В этом видео мы будем пытаться с вами ограбить инкассаторские тачки. Да, их тоже можно ограбить, и мы это будем сейчас заниматься этим. Итак, наша задача сейчас стать какими-то хлопцами, так скажем, чтобы... Так, понятно. Так, есть где-то мой костюм без курточки? Было бы шикарно, если был бы костюм без курточки. Но у меня, походу, такой... О, господи, что происходит? Так, о, отлично. Почему-то этот костюм называется Анна. Окей, давайте мы сейчас переоденемся. Мне нужно курточку убрать для того, чтобы мы стали самыми настоящими бандитами. Итак, давайте смотрим. Убираем вот это, вот это вот уже нам не надо. Наушнички мы убираем и начинаем с лица. Лицо у нас должно быть грозное. Угу. Так, давайте мы сейчас выберем теперь костюм бандита. Нужно какой-то прикольный выбрать на самом деле. Так, в принципе, это тоже неплохой, но мне больше нравится вот этот. Так, теперь нам нужно завесить морду каким-то образом, чтобы не было нас видно. Можно, в принципе, взять вот такую вот маску. Слушайте, нормально, мне нравится, как выглядит. Давайте мы так и оставим. И какую-нибудь шапочку давайте попробуем нацепить, чтобы, я не знаю, ну каким-то образом... О, может быть, этот, как его называется? Что это? Это капюшон такой? Почему он такой стрёмный? Так, подожди, как мне развернуть? А, вот все. Развернул. Так, капюшон мне не нравится, нужно что-то другое. Такое... О, это прикольно. Так, оставляем. Отлично, все, я готов, короче, грабить. Итак, что мы делаем? Так, теперь нам нужно оружие, конечно же. Оружие, бомбы нам нужны и прочее. Бомбы есть, оружие есть. Давайте возьмем вот эту вот винтовочку. Так, фонарик. Ну, возьмем тоже фонарик. И, в принципе, все. Теперь для успешного грабителя нам не хватает грабительской тачки, на которой мы будем смываться от наших дел. Так, грабительская тачка на самом деле выглядит, знаете как? Она выглядит как такой пузатенький минивэн. О, отлично, сейчас только не могу здесь заспаунить. Давай. Так, блин, не хочешь спауниться? Почему? Что за фигня? Почему я не могу машину заспаунить? Что значит, подожди, я куда ее заспаунил-то? Сюда? О, наконец-то все. Садимся. Так, давайте сразу делаем его черным. Ой, простите. Так, делаем его черным. Вот так вот, отлично. И все, мы готовы. Поехали. Так, мы едем. А, кстати, ребят, забыл в предыдущем видео показать вам, что у нас теперь есть возможность кастомизировать винтовки. Делать их абсолютно разные. Поэтому, если вы хотите, вы можете сделать. У нас тут есть, смотрите, можно глушак притарабанить. Давайте сейчас покажу. Да, они у нас... Просто невероятные, тут абсолютно разное оружие есть. Можно вот такую даже взять, что очень прикольно, да. Давайте возьмем вот этот розовый, он выглядит прикольно. Так, мы также на него можем нацепить глушитель и фонарик. И в таком случае будет вообще круто. И, по-моему, мы еще можем с вами как-то смотреть или что-то в этом роде. А ну-ка, сейчас посмотрю. Не, мы не можем. К сожалению, не можем. Я думаю, мы в глазок можем смотреть, но не можем. Ну, это тоже прикольно. Хотя, может, от первого лица как-то... Нет, ладно. Окей, хорошо, все, мы готовы. Давайте, ребята, садимся в тачку и погнали искать инкассаторские машины. Я надеюсь, что нам удастся это сделать. Так что, в принципе, все хорошо. Кстати, с помощью машины, точнее, с помощью новой эти... то что ж такое? С помощью этого оружия или фонарика вы можете также дополнительно освещать. Прикольно. Так, давайте едем. Уже, конечно, просветлело, но это и хорошо, потому что инкассаторы же по ночам, наверное, не работают. Итак, нам нужно найти с вами инкассаторскую тачку и попробовать ее взломать. Так, бомбу я взял, все хорошо. Так, внимание. Смотрим, ребят, внимательно. Надеюсь, кто-то на инкассаторской тачке-то будет ехать. Потому что если не будет, будет, конечно, обидненько. Так. Вот здесь, может быть?
Слушайте, что-то никто на инкассаторской тачке не ездит. Я хочу как бы взломать. Аккуратно, аккуратно, ребятки, ля, что-то ДТП не случилось. Так, это что? Это не инкассаторская машина, а мусорная. Мусор нам не нужен. Стоп, а где моя дверь? У меня нет одной двери. Или она... Я не знаю, ребята, у меня почему-то нет одной двери здесь. Потерял. Кто-то стыбзил у меня дверь, пока я ехал. Так, давайте сюда, а. Добрый день, инкассаторская тачка. Где ты, где ты, где ты? Блин, никто инкассаторскую тачку не создал. Никто инкассатором работать не хочет. Так, а ну давайте мы сейчас будем искать. Мы так просто не сдадимся. Давайте, чтобы процесс пошел побыстрее. Бахнем скорость 200. Дальше мы бахнем турбо. Чуть-чуть уберем. Так, подожди, да. Какой дрифт? Нам сделать вот так, чтобы нас не заносило. И турбо третьего уровня. Теперь нас никто никогда в жизни не словит. Так, здесь у нас кактус бегает. Ну, кактус нам не нужен. Воу, нифига себе скорость, ля. Это пузатенькая буханка. Так, что там увидел? Эта пузатенькая буханка нормально так едет. Аккуратно, что ё-моё. А, это... Стоп, подождите. Это какой-то чей-то скутер? Что, кто-то есть? Так, ребят, давайте вооружимся на всякий случай. Выходи, если трус. Выходи, если трус. Так. Вы тоже это видели, ребята? Здесь была девочка, потом она исчезла. Я что, только что призрака нашел? Охренеть, ребята. Нифига себе. Слушайте, я что-то не понял. Ну ладно, хорошо. Утро куда-то пропал. Ребята, это точно был призрак. Это мираж был, мне показалось. Нормально. Так, едем. Я так и не нашел никакую инкассаторскую машину. Хотя хотелось бы. Так, давайте мы... Тихо-тихо-тихо. Блин. Да что за говно? Давай разворачивайся. Блин, куда дверь моя делась? У меня была дверь, блин, сейчас ее нет. Куда она, блин, делась? Так, ну ладно, это не сильно большая проблема. Здесь бомж стоит, палатка есть. Очень, кстати, долго тормозит этот грузовик. Я не знаю, не вижу здесь абсолютно никого, ничего. Что похоже на инкассаторскую машину. Так, давайте мы объедем тогда последний рубеж. Вот здесь, оп, хорошо, тихо, оп, тихо, спокойно, ребята, едем. Может, где-то здесь будет инкассаторская машина? Так. Блин, ну тут ее тоже нет. Вот досада. Итак, ребята, смотрите на это. Это то, что мне нужно. Это инкассаторская тачка, ребята. Это инкассаторская... Так, нам нужно ее взломать. Быстрее, быстрее. Я так долго ее искал. Так. Да. Не понял. Не понял, что за фигня? Что за фигня? Я не могу почему-то ее взломать. Секунду. Секунду, давай. О! О-о-о, пошла жара. Пошла, заходи. Заходи, забирай деньги, забирай. Забирай деньги. Я не могу деньги забрать. Почему не могу деньги забрать? Что за фигня? О, тихо. Все, я забрал. Я забрал деньги. Так, выходим. Черт, танк приехал. Ё-моё, танк приехал, ребята. Так, надо сваливать быстрее. Сваливай. Так, моя розовая пушка в порядке. Если что, будем отстреливаться. Но пока вроде все хорошо. Так, там... Я забыл еще один, блин, ящик. Тихо, аккуратно. Там танк проехал. Я забыл еще один, блин, мешок с деньгами. Черт, надо вернуться. Так, аккуратно. Главное не выходить за пределы. Так, спокойно. Тут все хорошо. Так, отлично. Тут тоже хорошо. Забираем последнее. Хе-хе, да, мы забрали последнюю. Все, теперь можно сваливать отсюда. Стоп. Давайте свалим вместе на этом траке, а? Твою ж мать. Что произошло? Сейчас. Где что-то произошло? Он исчез. Он исчез, блин. Какого хрена? Ладно, это не важно. Зато у меня денежки с собой теперь.